Итак, очередная серия «Закалисто Протокол». Ребят, напоминаю, для тех, кто сейчас на стриме на канале HardPlay, вы можете посмотреть полное прохождение этой игры на канале HardGames. Для этого просто нужно подписаться, зайти на этот канал, ну и поставить колокольчик и подписку. Мы продолжаем. Итак, «Закалисто Протокол». Не думал, что игра меня так засосет. Если честно, почему-то думал, что скипну. Но чем-то она мне заходит. Пока не понимаю, чем. Почему-то я хочу узнать развязку этой игрухи. Не знаю, сколько еще серий под запись осталось, но финал обещает быть очень сочным, интересным. Так. Ага. Есть проход сюда. Опа. Что-то надо где-то ребутнуть. Что-то сейчас очень серьезное будет. Так, еще раз смотрим. Нормально, поехали. Погнали. Сейчас будет весело, я прям предвкушаю это. Найти первый переключатель. Коробок уже две нашел. Сука, музыка еще нагнетает, падла. Не, оттуда не достану. Даже пробовать не буду. Цифру 1 вижу с левой стороны. Куча шипов. Куча шипов. Я думаю, что сейчас здесь очень много мобов будет. Очень много. Прям просто дохерища. Понеслась. Даже вижу, где второй. Я даже, кажется, вижу, где второй переключатель. На, погнали. Поехали, ёб вашу мать! А, подходи по одному, я вас сейчас! Давай, давай. Это я вас еще даже, сука... Блять. Сука такая. Затрахали вы меня. Я честно прям сказать вам по секрету всему свету. Неплохо. Врубаем. Прям в наглую просто.
Я уже, парни, понял, что сейчас будет весело. Сейчас их здесь столько на один квадратный миллиметр будет, что мы все охереем просто. Это я уже понял. Да не, сейчас их порежем. Ничего, нормально. Сейчас порубим. Ты чё, шипы с правой стороны? Задолбал, блядь. Блядь, что? Кого, блядь? Бак? Окей, ладно. Если честно, что-то какой-то бред, по-моему. Ладно, окей. И дробовик этот, он, я только сейчас заметил, он или очень долго перезаряжается, или... Короче, надо, знаешь, что делать? Надо в упор к шипам стоять. Сразу взял, пнул. Прям их просто прям в упор ставить и накидывать. Я все сделаю. Ты, блядь, серьезно, чувак? Да, блядь. Да ёб твою мать, а! Заебёте! Да ну нахуй! Пиздец! Я понял, блядь. Поехали. Нормально. Нормально. Уважаю, пацаны. Это было, по крайней мере, неплохо, уже поинтереснее. Повеселее, ребята. А, тут оказывается все намного проще. Здесь просто была вот такая вещь в углу, которая, в принципе, дает развитие сразу максимальное. Че, куда вы эту хрень-то запихнули? Вернуться, по-моему, это вот туда, да? Блять. Да похер, погнали. Я думаю, что вот прям по проводам надо идти. Yes. I
can hear you. I'm heading to the colony now. I'll contact you once I'm there. Gotta stay quiet for now. Be careful. Ёб твою мать. А шипов-то нет, ребят, все. А, нет, есть. Вижу. Только пара идут, черти. Одного надо минусовать. Давай. Не увидел. Блять, бывает же, а такое. Не увидел. Молодец. Ага. Ты угораешь, что ли? Слепой, они слепые, да. Ты чё, блядь, со мной реально драться, что ли, захотел? Ты совсем дурак. Нет. Нет, брать. Нет, браточек, так не работает вообще. Чё, у тебя не получится? Перчатку надо дальше. По проводу здесь. Ну дай! Ну давай договоримся. Сука. Не испугаться надо. И чё? Фу, ёпта. Не надо, дядя, не надо. Я понял. Но байт бы был очень красивый. Можно так ножкой топнуть и улететь куда-нибудь далеко и надолго. Понял. Понял. Поехали. На нахуй. Ой. Короче, пацаны, все, я понял, блядь. Стандартная история. И обоссать. Понял, принял. Хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Свободная касса. Эх, говорила мама, качай перчатку. Ух ты, сука! Пошел-ка ты нахер, ёб твою мать! Смотри какой, а! Too close.
Схватить он хотел. Я, блядь, схвачу. Ай, почти. Ладно. Отправиться к платформе. Дайте мне эти сундуки открыть. Я аж спать спокойно не буду. Да ладно. И это что, все мне? 4 сундука? Ну, с ума сошли? Не-не-не-не-не, ребятки. Так это не работает. Ой, да, забирайте, что можете забрать. Сейчас мы прогуляемся. Вот здесь-то я точно не поленюсь прогуляться. Здесь прям сам Бог велел. Так. The UJC appreciates your productivity. Пойдет. Зря продаешь. Зря я тебя сейчас не забанил пока. За спойлер. Угу. Спойлерить, ребят, это очень плохая примета. Обычно это, знаете, вот как бывает, выстрел что-нибудь обычно вот, да, и потом раз, ой, потом обиды на админов, вот это все. В принципе, там только на самом деле патры на дробан. Эти, они по 10, они особо нам... Ну, такое. Не знаю. Простим себе жизнь. Так вот сделаем. Поехали. Поехали. Ого!
Да ну тебя нахуй! Я не понял, но очень интересно. Все? Приехали? У него две стадии. Но я откуда знаю? Я откуда знаю? Я первый раз я прохожу, что, по 8 раз, что ли? Две фазы. Адрен Джетха. Ну ладно. Повезло. Да нет, вроде на хардкоре играю. Я не почувствовал его. Ой-ей. Это что это такое? Да-да-да, он просто передумал вторую стадию. Не, он типа на колени как-то встал, и я ему удар, понял, дубинкой нанес. Ну, в принципе, все, по-моему, я больше ничего не делал. Он типа встал, приуныл, и я ему просто подошел и вдарил. Конец истории. Some kind of service tunnel. I'm on the other side. Keep going. You're almost to the colony. Ой, туалет. Гамбургер, чизбургер, бай. На-н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 а. Алекс Ванг. Здесь были это работяги по-хорошему. То есть это просто работяги. А посмотрим. Стены вроде те же самые. Ну как стены те же самые, планета та же самая. I'm at the colony. Where are you? Хрена там, блядь, маяк. Ирак. Это радиомаяк. Деринбар. Давайте послушаем. Хардкоре, да, играем. Не-не, ребят. Я вне стримов не играю никогда. Я не смотрю ничьи прохождения, ничего. Типа, неинтересно, вы же знаете уже. 7-й год все-таки вместе. Как-никак. Тук-тук-тук. Опять вы? Опять вы?
Поехали. А Есаул, Есаул. Опять слепошары. Пацаны. Погнали дальше, чё. Мидтаун. Это мы сейчас прям, я так понимаю, да, по городу идем. Кто там? Немножечко ускорим. Ёпта, солевые, вы чё, пацаны? Ротск против наркотиков. Кстати. Совсем дурной, что ли? Он типа что-то хотел, но потом передумал, или как это работает, блядь? Он такой, сейчас, все, сейчас я... Соло, раз на раз выйду, потом такой... Блять, ладно, не буду. Чё тут? Ничего интересного не положили. Ну чего? Чего тебе надо? Дай подожди. Не, дядя, не надо. Не надо, ну. На кой оно тебе, блядь? На кой, говорю, оно тебе, дурак? Ну ты-то куда, Сережа? Ну куда, куда? Да, ребят, да, вы все щемимся-то. Да ну в смысле дропа нет, ну нахер я тогда здесь бегаю по этим закоулкам? Застеснялся, что ли, реально? Блять, везде заперто, заперто, заперто. Давай открывай. Ты чё? Не увидел, что подобрал, но ладно. God damn, it needs an ID card. Danny, I can't access the elevator. This area's locked down. I didn't come in that way. Had to raid a security room up here to open things up. Security room. Комната охраны. Где она? О боже, блять. Ну где? Пенная вечеринка, что ли, здесь была? Здесь только наверх, не знаю, где еще. Здесь вряд ли. Блять, в холодильник надо залезть. Полюбасу наверх. 100%, я тоже так думаю.
Ой, идите вы на... Да отсосёшь ты, ёпта. Ну что, что, что? Что ты хотел? Дурак, что ли, совсем? Ну? В смысле, ну как нет ничего? И пустые комнаты, я вообще недоволен. Внутренний двор. О, сисурите! Я знаю, что, скорее всего, он меня не видел, но... Я знаю, что он, скорее всего, меня не видел, но так надо. А чё, пацанов, там дискотека, что ли? Это дискотека века. Да пошел-ка ты нахуй! Блять! Какой ты глэк? Че это такое? Блять, не пойму, что это. Что это такое? Чертеж штурмовой винтовки. Ну, где тут, ёпта, пенная вечеринка? О! Блять, я, говорит, кое-что нашла. Я тоже кое-что нашел, не поверишь. Есть пробитие, блять. Кое-что она нашла. Блять, сейчас бы на дробовик патроны дропать. Да боже! Ты охуел, блядь! На нахуй! Блядь, ну серьезно, чувак, ну прекрати, а, ёпта. На что типы надеются, я не знаю. Реально вопрос. Ну, еще кто есть желающий? Восстать там! Ты че, еб твою мать? Да тихо! Тише.
Ты чё, ёпта? Гонишь, что ли? Ни хрена себе, подшкафный монстр. Сука, так вот как он выглядит. А, можно прям пару, в принципе, вкинуться. Чё бы нет. Подняться на лифте на поверхность? На каком лифте? А? Вот этот вот? Бля, парни. Я же все понимаю, вы классные ребята, но давайте как-нибудь договоримся, а? У меня аж звук отлетел на время. А кто? А никто ничего не видел. А кто? А кто? А кто? А кто? А никто. А кто это сделал? А кто? 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 А кто? О, да что вы говорите? Будем всех учить уму-разуму, а что делать? Так, где лифт-то? Вот этот? Нет. Саркатан. Твою мать, а где? Как лифт-то найти? Хер его знает, где тут, блядь? Лифт, не лифт. Понятия не имею. А, бля, боже. Элеватор для дебилов. Ребят, не прогуливайте уроки английского. Это... Я в компьютерных клубах сидел просто. Дэнни? Все, Дэнни. Найти Дэнни на крышах. Вот мне делать больше нихер. Как еще и бабенку эту на крышах искать. Она меня не особо как-то искала. Яник. Сейчас нам Яник расскажет. Сейчас бы не дорассказать, что ты нашел. Чуть было. Что-то меня, по-моему, пугаете-то. Нарочно, что ли? Отставить такие вещи. Ой-ой-ой. Давай, поехали. А шо по урону? Подожди-ка секунду.
Ебать! Фулл ХП? Чё, блядь? Кто, я не пойму, на миду расфидел Пуджа? Всё, накормили? Хера себе. Not bad. Просто как гусю шею свернули и всё. Нормально. Пойдет. Подожди-ка. Ну-ка. Оказывается, все проще. Оказывается, намного все проще. У него, я не заметил, что у него щупальца вылезали. Попозже заметил. А щупальца — это значит, что он мутирует. Вот это от души. А вот это от души. А кто тут? Ку-ку, ёпта. Ты чё, пёс? Ты реально дурной, что ли? Или чё, или под чем-то? Всё, завязывай. Ну и кто? Серьезно, пустая комната, просто пустая. Зараза, лучше б ХП дал, алё. Бюхне Редвок. А, для вакцинации, всё, я понял. Всё, я понял, куда их всех собирали. Угу. Для вакцинации, да. Где-то мы похожее что-то видели. О! Не помню, в какой игре. Где-то 100% было. Блядь. Динь-динь-динь, извращенец Вадим. Динь-динь-динь, нам покажет они. Куда он убежал-то этот? Э! Шиза? Блядь, чё гонишь? Родной, прекрати, ёпта.
Что за дурка? Извращенец Вадим. Вас-то мне, блядь, и не хватало, а? Кто там? Понял. Динь-динь-динь. Да-да-да. Свободная касса. Динь-динь-динь. Извращенец Вадим. Динь-динь-динь. Та-ра-та-ра-та-тан. Трикомув пошел. Да, блядь! Дубиночка! Ах ты, сука! На, блядь! На туда, сука, еще! И вот так вот обоссать еще. Кто там, я не пойму, все. Иди сюда, дурной. Иди сюда, говорю. Дурачок. Блять, говорю, иди сюда! Вот это спасибо. А вот это спасибо. Чигван Парк. Вакцинировались, ребята. Короче, их всех, вы поняли, что сделали. Тут все. А вот теперь смотрим, что за штурмовая винтовка. Здесь вот уже. Штурмовая винтовка. Такое. Ну, не знаю. Такое вообще прям. Под вопросом. Можно ее сделать, да, чисто так, чтобы посмотрели, как бы, но не знаю. Давайте, окей. Wait for print to complete. Complete. Очень спорная херня. Больше как ППХ такая идет, типа Бизона, что-нибудь типа такого.
я не особо любитель. Вот если бы какой-нибудь револьвер бы дали. Да подожди ты, ёпта. Если бы вот ревик дали, вот это вот было бы уже уважение. Ага. Getting closer. Немножко нудная, кстати, вот эта вот часть. Чуть-чуть что-то, мне кажется, подзатянуто здесь лока. Могу ошибаться. Ты что делаешь-то, придурочная? Дай лещину ей! Шамарни ей разок! Ты чё, ёб твою мать? Ты чё, конченая, блядь? Блядь, блядь, все проблемы из-за кое-кого. Блядь, бедный наш этот чувак. Обычный пилот. Он уже натерпелся, я не знаю. I tried to protect you. You didn't deserve this. Danny. Hey, Danny. Get away from me! Что, вообще, что ли, контуженная? Okay. Okay, hey. I'm sorry. I'm okay. Швырни ее разок стази с собой, все. You don't seem okay. I was in their mind. Reliving their memories. There was an outbreak 75 years ago. Just like what's happening in the prison. They killed everyone trying to contain it. Everyone. О, коробочку вижу. Сюда легкая. These aren't accidents. There's a pattern. Arcus, Black Iron, Europa. They're all connected. Здорово, отец. Карусель, карусель начинает рассказ. Это шутки, песни и веселье. Карусель, карусель, это радость для нас, сука. Прокатись на нашей карусели. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Кого, блядь? Да идите вы нахуй! Совсем, что ли, блядь? Не надо! Ёб твою мать! Так, я понял. Уйди от меня нахуй! Не надо! Кто там где попухивает, блядь? Иди нахуй тоже, блядь! И так занят я! Занят, я говорю! Ёб твою мать! Ой! По-моему, у кого-то что-то закончилось! Нормально!
нормально тебе сидится? Нет, блядь! О боже. Ну конечно, теперь все на штурмовую винтовку, еб твою мать, будет падать. То, что можно и нельзя. Проверяйте. Я понял. Короче, я так понимаю, будем сейчас страдать по патронам вообще просто адово. Его, кстати, неплохо можно было здесь кайтить. Здесь и эти есть. Да, куча ящиков. Просто миллиард этих ящиков. Это, видать, на случай, кто сюда вообще на голиках заходит. Часть, в принципе... Часть патров мы апнем сейчас. Причем такую хорошую часть. Так, где? Куда эта кошелка ушла? Где она? Поехали. Ну? Посмотрим сейчас, что это за волына. Ребят, сколько еще примерно осталось? Мне просто, чтобы понимать по сериям, как разбить. Неплохо. Два-три часа. Жесть. Даже не сомневался ни на секунду. Конечно, с третьего этажа упал, почему бы и нет. А за мной спрыгнуть нет? Ой, еб твою мать, а. Опять в клаку в какую-то, блядь, провалились. Пойдем, чё. Опять же жаба. Так, ну что, давайте посмотрим, что там эта штурмовая. Может, ее реально зафорсить. Устойчивость у нее. Блять, ну 4500, никто туда не будет столько вливать. Это несерьезно просто. 4500, ты представляешь, что это такое? Это просто забей. Но остальное бустить без толку. Ну то есть перчатка и так в принципе неплохо работает. Я не знаю, ну давайте пока покопим. Пока что. Дальше видно будет. The upper level
А вот здесь парни все висеть будете, я вам отвечаю. Неплохо. Неплохо. В принципе, с таким успехом можно вообще их побайтить. Хотят они больше выйти? Я так понимаю, наверное, сюда? Говна ебаного ствол, блять. Не пизда. Ой, блядь. Ну, такое. Волына это такая прям... Не знаю, спорная. Слушай, ну вот здесь вот, кстати, да, разрабам минус. Типа, ближе уже к концовке игры, они возвращают на ту же самую локу, да. То есть, как сказать... Короче, туда же, то есть ты уже... Получается, какой мы, второй или, да, третий раз должны по этой же локации пройтись? Ну, такое. Давайте, чё. Этот дробовик все равно самый надежный. Бля, ну это просто трэш какой-то. А дальше, наверное, сюда. Или нет. Или да. Квик, окей. Inspect print before use. Давно уже дубинка это просит. Немножко я ее побыстрее сделаю. Там next. Ну-ка, дайте-ка. Почти фуловая. Решил я ее до талого прям. Сейчас она побыстрее будет бить. Пойдем, 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 ёптую. Yeah, well,
Эти вот везде, где я слышу самонаводящие патроны, сразу вспоминаю вот это вот женский уровень сложности и вот это вот, когда давайте побыстрее пройдем игру, блять. Сразу прям у меня автоматически вот этот вот триггер. Лаборатория. Ну да, я так понял, это уже ближе к финалу идет. Что это за шняга, блядь? Сейчас я вам, ёб твою мать, устрою исследование. Как всегда, это ученые сраные во всем виноваты. Эксперименты, бла-бла-бла. Да-да-да, дерзкая глава вашего проекта. Дерзкие школьницы 8, возвращение легенды, я понял. Открыть! Нихуя себе! Ты чё, пёс? Блядь, и чё мне с тобой делать-то, ёб твою мать? Да ну нахуй! Я понял. Короче, просто с ним это, с ним просто махаться. Сейчас его развалим, кабину ему. Все, я услышал. Сейчас все будет. Я его в соло сейчас вывезу.
пошел-ка ты в офис, да? Сука такая, блядь! Блять, и как это доджить? Я понял. Веселый парень, блять. Он вот этим своим ударом отнимает ХП, по-моему, нет. Не-не-не, отнимает. Раз, два, три, четыре. Поехали, сука. Мать, следи за своим ртом, а? И как говорится вот на этой фразе, пожалуйста, Алексей, не останавливайся, мы как раз остановим серию. Я помню, мне тут... Да, знаю, откуда эта фраза, я где-то я ее слышал не так давно. Говорит, Алексей, не останавливайся. Я говорю, ну, наверное, жука надо с лица снять. Да, так оно и было. Да, собственно, ребят, лайк, подписка, колокольчик. Ссылочка внизу в описании на плейлист. Спасибо огромное, кто подписан на телеграм-канал Heart Inside. Подписывайтесь, будем вас ждать. Всем удачи, всем пока.